Численность транспорта с каждым годом становится все больше, соответственно, и работа у сотрудников госавтоинспекции прибавляется. Помимо регулирования движения и рейдов, руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения. Организовываются тематические акции, проводятся конференции. Пропаганда о необходимости соблюдения правил дорожного движения проводится и в учебных учреждениях. Результаты плодотворной работы отражаются в статистике ДТП, говорит в поздравительной речи генерал-майор Василий Умнов. Благодаря вашему нелегкому труду на трассах и дорогах нашего города происходит меньше чрезвычайных происшествий, нарушений правил дорожного движения и аварий. От имени руководства и личного состава сочинской полиции поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам мирных дорог, больше звездочек на погонах, покрепче здоровья и терпения, законопослушных граждан. В свой профессиональный праздник сотрудники ГИБДД получают поздравления не только от руководства, а также от друзей, коллег и мэрии. Спасибо вам от имени всех сочинцев, от имени всех гостей курорта. В этот день я хочу поздравить и заслуженных ветеранов. Вы по праву можете гордиться славными героическими традициями своей службы. Поздравляю вас с праздником! Счастья, благополучия вам и вашим семьям. Ну и разрешите наградить тех лучших из лучших. Особо отличившихся работников госавтоинспекции глава города Анатолий Пахомов отметил благодарственными письмами, почетными грамотами и наградами. Два полковника полиции получили знаки почета призвания сочинцев. Один лейтенант получил медаль за доблесть в службе и 9 полицейских удостоены звания лучший сотрудник ГИБДД и полка ДПС. Среди них майор полиции Сергей Метелев. Служба наша тяжелая, задач у нас много, но все стараемся выполнять их. Не постараемся не подвести наш прекрасный город Сочи. Стараемся выглядеть и соответствовать, и также выполнять свои обязанности на уровне. Вот и свой профессиональный праздник сотрудники госавтоинспекции будут отмечать на работе. Сразу после торжественного мероприятия автоинспекторы отправились на свои посты. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.